Добрый день. Скажите, пожалуйста, как вас зовут? Анатолий Петрович. Анатолий Петрович. Толик, да. Мы видим, что вы парализованы, да? Вот. Что у вас случилось, скажите? Инсульт. Инфаркт потом был. Потом пытался шкребался. Еще и упал. Перелом шейки бедра. Еще. Вдобавок. То есть... Пытался, подтягивался за стол, подняться. И вы сейчас один, да? Один, жена ухаживает, бывшая за мной. Сегодня, друзья, благодаря вам, мы приехали на Бакумова. И привезли вот здесь наш продуктовый набор. Хороший такой продуктовый набор, который у нас, у меня всегда вот... Многие некоторые спрашивают, вот видели, что здесь присутствует мужчине, который живет один, и бывшая жена за ним приходит иногда ухаживает. Он получил инсульт, инфаркт, перелом шейку бедра. Еще не пожилой мужчина, но уже инвалид и прикованный к постели. Огромное спасибо вам за вашу помощь и храни вас Господь за вашу доброту и милосердие.